Питт. Наташка, привет! Привет, Стёп! Потанцуем? Потанцуем! А это кто? А, сестра моя. Младшенькая? Ничего себе, как выросла. Потанцуем. Шумелась-то. Ничего, воды в доме и той нету. Давайте я чайник поставлю, там еще пряники остались. На голову себе чайник поставь, желательно горячий. Господи, да что же у вас случилось? Что вы не поделили, девчонки? Да до дележа даже дело не дошло. Моя драгоценная сестрица увела всех женихов сегодня на дискотеке, даже меня не спросила. Неправда, я не виновата, что они меня танцевать приглашали, мне там даже никто не понравился. Вот. Вот, королева, видите ли, носом крутит. Наташа, да ты что завелась-то? Она ведь у нас еще совсем маленькая. Ага, маленькая, маленькая да удаленькая. Ей, между прочим, 18 лет, а мне, мама, скоро 30. Захват замуж пойду, если она всех женихов вводить будет, а? Да неправда, не нужны мне твои женихи. Господи, какие женихи? Она только в колледж поступила, ей его еще закончить надо. Так Наташа. Вот, пусть и сидит дома со своими книжками. И не надо со мной по дискотекам ходить, пока я замуж не выйду, ясно? Все, все. Успокойся, Наташенька, успокойся. Я тебя ждала, как раз вот что хотела рассказать. К нам на фабрику сегодня молодой специалист пришел. Мы Михалыча на пенсию проводили, на его место как раз и взяли. Я поинтересовалась в кадрах. Не женат. И что? Откуда взялся? Из Макаровска. Ну, правда, детдомовский. Но это и к лучшему. Никакая мамаша не будет в вашу жизнь влезать. Как говорят, свекровь пьет чужую кровь. Мам, ну какая свекровь? Ты мне нормально скажи, кто, откуда, сколько ему лет? Мне старика не надо. Вон Михалыч ваш вдовец. Мне что теперь, за кого попало замуж идти? Да молодой, молодой, лет 25. Натуль, ты знаешь, я вот что думаю. Давай его пригласим на мои именины. Ну, я ведь прогрессивное начальство, хочу контакт с молодым специалистом наладить, пока он тут дружков себе не завел, ни с кем не познакомился. А вы познакомитесь, и там уж тебе решать, нужен он тебе или не нужен. А как его зовут? А тебе-то что? Да я просто так спросила. Зовут Сергей Серый. Фамилия такая. Значит, буду я Наталья Серая. Спасибо тебе, мама. Удружила. А сейчас вообще-то не обязательно фамилию менять. Вон, Анджелина Джоли за Брэда Питта выходила замуж, она фамилию не меняла. Славка! Ну, Славка! На анатомию без шапок не пускают, ну прогул поставят, совесть имей. Моя совесть проснется, если ты ее поцелуешь. И как я твою совесть поцелую, а? Ну, поцелуй меня, я передам. А что это вы здесь делаете? Ну, скоро поросенок, на анатомию сейчас начнется. Целуешь? Ты иди, Славку поцелуй, он тоже о поцелуях мечтает. Не, Зина, а что вот здесь такое висит? Вот это торчит. Так, доверься мне. В тренде легкая небрежность. Ага, типа я такая упала, синовала. Как проснулась и не расчесывалась. Мужчины любят натуральность. Будто ты от природы такая красивая. Проснулась с утра и сразу красавица. Нет, с утра я не такая. Это главное, чтобы до свадьбы никто не знал. Слушай, приходи сегодня ко мне вечером. Петька друзей собирает на пиво. Холостые. И Вадька Черменев будет. Он Гайку-то бросил, будет один. Нет, не буду я за Вадькой бегать. Надоело. Пускай за мной кто-нибудь побегает. Тем более сегодня я не могу, у матери день рождения. Кстати, кадр один будет. Так, кто такой, что не знаю. Новенький какой-то, с фабрики. Навязался, мать не смогла отказать. Между прочим, холостой. Так, тогда я сейчас плеском пройдусь. Будешь сиять. Надя! А. Достань на второй полке наше главное блюдо. Ага. Только осторожно! Чешский фарфор все-таки. О, ну раз главное блюдо в ход пошло. Прям Татьяна прием по первому классу устроила. Все-таки дата не круглая. Его тут нет! О, красота-то какая! Наташа, а где наше чешское блюдо? Ты его последний раз убирала? Внизу, там, где все вазы. Ну так достань, помоги нам хоть немножко. Наташа, мы ведь для тебя стараемся. Нет, это не ко мне. Я вон маникюр себе только сделала, мне еще переодеться надо. Я достану. Так, одень костюм, который я тебе подарила. Ты в нем такая молодая и строгая. Как раз так, как серьезным мужчинам нравится. А так я как будто бы старая. Спасибо тебе, мама, что ты так давно меня родила. Родила бы сначала Надьку, проблем бы у меня не было. Ну, для женщины возраст не главное. И 40-летних замуж берут. Если ласковая. А ты, Наташка, свой язык-то придержи. Спугнешь карася. Надя, и ты иди переодевайся. Мы без тебя тут все с Полиной закончим. Надень свое платье в клеточку. Так оно же маленькое, детское. Переодевайся, переодевайся. Ты должна выглядеть как девочка. А то Сергей случайно тебя выберет вместо Наташки. И вообще, посидишь немножко с нами и иди в свою комнату. Ясно? Я тебе пирожки вот приготовила. Закусишь, если проголодаешься. Хороша, слушай, хороша, хороша. Так, нормально. Иди открой. Не пойду. Ты чего это, а? А пускай он сначала меня издалека увидит, недоступную. А потом уже нос к носу. Ну, я открою. Иди за холодцом. Здравствуйте. Здрасте. Поздравляю вас с днем рождения. Ой, спасибо. Какие вы телефончики. Извините, не знал, что подарить. Вспомнил старое выражение. Книга – лучший подарок. Спасибо. Это же Гарольд Хэйниш. Да-да, такие книги – это по Надиной части. Тогда это вам, Сергей. Надя, очень приятно. Ой, я давно не мечтала, но она такая дорогущая, и в библиотеке такой нет. Любите фэнтези? Любит, любит. Она еще маленькая. Только книжки любит. Да иди уже, иди! Мам! А! Ну чего вы тут застряли? А вот знакомься. Сергей, технолог с нашей фабрики. Решил меня поздравить и заодно и знакомство завести. А то у него в нашем поселке никого знакомых нет. Наталья, очень рада нашему знакомству. Здравствуйте. Ну, пойдемте. Пойдемте. Ну, что ты стоишь? Цветочки в воду поставь. Сережа, это наша соседка Полина Марковна. Мы уже как родные, все праздники вместе. Так, холодец. Ой, баклажанчики, это мои фирменные. А вот пирожки, вот эти длинненькие с капустой, а вот эти кругленькие с картошечкой. Спасибо. Вот налетели. Еще успеете своими кулинарными способностями похвастаться. Пусть человек сам определится. А теперь вы за мной поухаживаете? А что вы любите? Люблю, когда за мной ухаживают. Ну, я думаю, пора уже и за именинницу выпить. Сергей, разливайте. Нет, Надюшеньки, компот. Вот в кувшинчике. Она у нас очень маленькая. Ну и мне компот. Во как. А вы что, не пьете? За рулем или в завязке? Ну, ни то и ни другое, я просто не пью. Ну, за здоровье лучшего начальника цеха. Работать под таким руководством – одно удовольствие. Ура! 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 Спасибо, ура! Спасибо. Так все-таки почему вы не пьете? Со здоровьем что-то? Да ну что вы. Все в порядке, здоров как бык. Я же в детдоме рос, а у нас там большинство ребят из семьи алкоголиков. Такое понарассказывали, и я тогда себе дал зарок, что пить не буду, чтобы мой сын никогда пьяного отца не видел. А у вас что, еще и сын есть? Большой? А где он? Да, нет, я так о будущем, я еще и женат не был. А ваши родители? Да я не знаю о них ничего. Что называется подкидыш? У меня семья только была во сне. Ну, снилось время от времени. Комната такая теплая же, большая. Стол накрыт, пирожки обязательно. И семья, и все мы рядом, вот. Да, семья без мужчины не семья. Женщине одной тяжело без мужчины. Не прибить. Не приласкать. Вкусно. Наташенька все готовила. Наташ, ну что, ну опять твои кавалеры, ну надоело уже. Вы знаете, у нее столько предложений, Сережа, она всем отказывает. Ждет настоящей любви. Ну, мам. Я сейчас им покажу, мам, окна бить. Бежал поросенок. Наверное, горячее уже готово, побегу, принесу. Это ты не любишь фэнтези, а кто-то любит. И даже дарит. Вот о чем он будет с Наташкой разговаривать? Потапыч? Мам! А? Дай мне свой шелковый шарф синий с цветами. Ты куда так наштукатурилась-то? Того и гляди, обсыпаться начнет. Зато каждый заметит. Да, всякий заметит, но не всякий женится. Побоится об тебя свою рожу испачкать. Ты хоть с Серегой на дискотеку-то идешь? С Сергеем, с кем же еще? Навязала ты мне его, теперь всегда с ним хожу. Как в Тулу со своим самоваром, честное слово. Че ты ухмыляешься? Одной, что ли, лучше идти? И вообще, хватит его по дискотекам таскать. Пора домой звать. Протанцуешь ты свое счастье? А, с ним протанцуешь. Скучный он ужасно. Не пьет, не курит, ты мне не предлагает. Кофе, говорит, хочешь, и все на этом. Ни одной смешной истории не рассказал, ни одного анекдота. С ним даже поругаться невозможно. И вообще, что я его домой буду звать? Мы еще с ним даже не целовались. Ну, о чем-то ты с ним разговариваешь? Мам, да в основном о книжках, как школьник, честное слово. Вот, ты про это говорила? А про книжки ты зря. Про книжки интересно разговаривать, когда они хорошие. А тебе-то что, крыса библиотечная? И не смей на моего жениха даже глянуть. Увижу, прокляну, вековухой останешься. И ты мне больше не сестра, ясно? Так, ты что на сестру орешь? Надька тебе ничего плохого не сделала и вообще. Попридержи свой характер хотя бы до свадьбы. А то Серега увидит, какая ты есть, испугается и сбежит. Знаешь что? Хватит меня учить. Муж у меня будет. Хоть скучный, но будет. Жень, все хорошо? Я пошли, все, да, я пойду, отец. Только у нас невест. Надя, пирожки принеси. И вообще, гляди, если чего не хватает, докладывай. Давай, а то я с ног сбилась уже совсем. Юля, давай! А я-то чё? Весь поселок обсуждает, какая Татьяна ушлая баба, как она лихо этого детдомовца к рукам прибрала. Ой, жалко парня, жалко. Человек хороший, говорят, не пьющий. В нашей библиотеке все книжки перечитал. Слушай, по мне так больше Натюхи он подходит. Да, Наташка злая. Характер тяжелый, скандальный. А мужика хорошего оторвала. Такого поискать не найдешь. Ой, за кого моя Машка пойдет? Она у меня вот такая вот нехватка. Наташка вся в мать. Обе до денег жадные. Вон во дворе свадьбу справляют, как прям после войны. А ведь могла же кафе снять. Или у себя на фабрике в столовой все организовать. Да, Татьяна все экономит, все копит куда-то. А мы здесь так, прислуга. Это уж точно. Ой, а меня мама за пирожками послала. А вы уже с тортами идете. Ну, ничего, я пирожки принесу. Не все же сладкое любят, да? А вот и сладкое поспела подсластить вам настроение. Так, тортик-то поставьте. Тортик поставьте. А чё сидим? Чё грустим? Горько! 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 Раз! Два! Три! Молодцы! А выпить? Я не пью. Машка, попробуй пирожки. Да чего пирожки? Все равно у вас свадьба какая-то никаковская. Ну, не веселая. Танцев мало, петь не поют. Музыка вообще баян. И что? Да значит, не будет у молодых счастья. Да что вы все злые-то такие? Ну, Сереж, выпей. Ты еще ни разу не пил за наше счастье. Должна же я видеть, как мой муж пьет. Выпью, родная. Чай с торт. Ой, какой же ты скучный. Терпения нет. Дядь Валь, давай! Играй! О! Я пойду. Ладно, Серый, если ты не пьешь, то я пойду за двоих отрываться. Надь, пойдем потанцуем. Нет, Славка, я сегодня за хозяйку. А ты тортик попробуй обязательно, он очень вкусный. Слав, давай, давай, потанцуем. Да я не умею. Сереж, попробуй тортик. Птичье молоко, мой любимый. И мой тоже. Надя, Надь, иди сюда. Натанцевалась уже. Иди. Иди сегодня ночевать к Полине Марковне. Почему? Чтобы не мешать молодым в первую брачную ночь. Хорошо. Нехорошо, а иди прямо сейчас. Ложись. Ну, на новом месте приснись жених невесте. Спокойной ночи. Я извиняюсь. Волокордин свой зуб. Ты чего это? Радоваться надо, что Наташку-то замуж выпихнули. Или ты, Сереж, боишься? Так это зря. По нему же видно, что парень-то хороший. В поселке у нас всего ничего. А все знают, и руки, и сердце у него золотые. Поможет, копейки не возьмет. Вон машинку мне швейную починил. 3 года отовсюду гоняли. А у него заработало. Ну, спи, спи. с особым чувством вручаю диплом нашей лучшей ученицы, выпускницы. И не просто диплом, а красный диплом. Диплом с отличием. Поздравляю, Надежда! Браво! Диплом вручается Петровой Юлии. Дай посмотреть. Как у тебя так получается? Я тройкам радуюсь. Не красному диплому нужно радоваться, а мужскому вниманию. Ой, ты что ли мужчина? Валерий Савинов! Да нет, я про Валерку. Он, кстати, вас на дискотеку завтра вечером приглашает. Да? А чего, сам не скажет? А он русский язык, понимаете ли, забыл. Меня переводчиков нанял. Ну что, все у входа. А зайти слабо? За мной не надо, ребят, я не пойду. Вячеслав Кочергин! Надь, ты чего? Тебя же Наташка уже замужем. Теперь только и гулять. Маша сказала, я не пойду. Ну почему? Диплом есть, теперь нужно свою жизнь устраивать. Потому что тот, кто мне нравится, на дискотеке не ходит. А кто тебе нравится? Почему я об этом не знаю? Домой. Ох, и настучит мне папаша по голове за дискотеку. Сам пьяный приходит, скандалы устраивает. А попробуй ему потом что-нибудь скажи. Слушай, а может, вместе в город уедем? Ну, я медицинский поступлю, а ты годик в больнице поработаешь, я тебя подтяну и тоже поступишь. Так ты же сама остаешься, чтобы матери помочь. А в городе-то кто кому помогать будет? И вообще, как ты собираешься и жить, и учиться? Ну, какие такие шиши? Слушай, ну, найду где заработать. Медсестрой в ночные дежурства. Ой, или вообще в детский садик к малышам. Ну, с Мишей же у меня хорошо получается. А наша воспитательница говорит, что я исключительная тетя для своего племянника. Иди уже, исключительная тетя. Здрасте. Потапыч! Надя! О, соскучился! Ты знаешь, кстати, почем яйца в магазине? Лишницу жрешь? А за твои книжки сколько уходит? От того, что ты их читаешь, денег не прибавляется. Наташ, да какие книжки? Я 100 лет ни одну не покупал. А то, что я принес, это наша библиотека на выброс положила. Я и взял. Да, ты еще с помойки все в дом таскать начни. Ты же знаешь, что фабрика сейчас в долгах и платят мало. Хорошо, что зарплату получаем. И деньгами, а не наволочками, простынями. Всем платят мало. Да не все живут бедно. Там. Папа! О, Потапыч пришел! Эх! Явились, не запылились. Ты чего его так рано привела? Что, с племянником на улице погулять не могла? Ты видишь, у меня еще ничего не готово. Будет сейчас под ногами мешаться. Да что ты его тискаешь? Ты сначала обувь ему сними, руки помой. И вообще, почему ребенка из садика моя сестра забирает? У него что, отца нет? Ну что, Потапыч? Руки не помыл, да? А, и не переобулся. Ну, пойдем на улицу играть в мяч, пока не стемнело. Кличку ребенку придумали. Звериную. Его Миша зовут! Готов? Лови, Потапыч! Я Миша! Ну тогда Михаил Потапыч, лови! Опа! Опа! Пять давай! Опа, 5! И... ба! Ты когда нормально зарабатывать начнешь? Это не работа. Твоя зарплата куром насмерть. Вон другие мужья своих жен на моря вывозят, а ты? Вместо того, чтобы где-то на стороне зарабатывать, готов бесплатно и шачить на кого попало. Ты лучше бы подработку на стороне нашел. Постельное белье надо поменять. Которые на свадьбу подарили, на том и спим. Наташ, ты что завелась-то? С голоду не помираем. Директор нам обещает, что прибыль будет с завода. Скоро зарплату повысит. Ты детдомовец, тебе мало надо. Ты хорошей жизни не видел. Тебе 5 добавят, ты и счастлив будешь. Что? Не спится? Угу. Понятно. Наташа как бормашина зудит. Хорошо, что Потапыч еще не разбудил. Да, она просто очень устала. Семейная жизнь, она крутится целый день. Я зарабатываю как могу. Не пью, не курю, воровать ни за что не буду. А то, что людям помогаю, с детдом приучен. Друг другу помогать без всяких денег. Иначе не проживешь. Ну что, я виноват, что я детдомница? Я такую судьбу себе не выбирал. Знаешь, когда первый раз к вам пришел, так хотел согреться, так хотелось домашнего тепла и уюта. Понимаю. И Наташка понимает. Ну, характер у нее такой. Любит она, чтобы все было по ее правилам. Все воссообразуется. Я не уверен. Ошибся я женой. Да, что уж теперь. Главное, Потапыч есть. Надь, уеду я в город на заработки. Надоели эти скандалы. Ладно. Сережа, а? Пирожки их положи. Надюха тебе в дорогу испекла. Ага. Как будто ты не в город, а на край света собрался. О, тепло еще. А сама-то где? Да, услистала куда-то, меня упаковщица назначила. Жалко, попрощаться не хотел. Ты, главное, с женой не забудь попрощаться. Наташ, проводишь до автобуса? Это еще зачем? Не навсегда ж уезжаешь. Сейчас позову. Нет, не надо. Я сейчас уезжаю, расстроиться, плакать будет. Ну, прошу. Так или так? Ну, вообще-то ноги у меня красивые, можно и покороче. Надь, ну что ты молчишь? Длина ж самое главное. А который час? Ну что ты отвлекаешься на всякие глупости? Ты на меня смотри, давай. Ну что ты там не видела, а? На улице нашей. Автобусную остановку. Надь, ну хватит природу любоваться. Повернись ко мне. Режу. Не, я чай не люблю. Кишки только полоскать. Вот молоко, другое дело. Вот дети едят одно молоко. И как растут. А мы болеем, потому что молока не пьем. Знатные пирожки твоя Наташка печет. Я даже не думал, что у нее такие таланты. Да не Наташка пекла, а сестра. Надюха, что ли? Ну да. Вот кому-то повезет, а? Сань, слушай, а что там насчет работы? Нормально все. Я с бригадиром поговорю. Завтра утром вместе поедем. Ага, хорошо. Угу. Алексеич у нас любит универсалов. В смысле? В смысле, чтобы все умел делать. Так что и работа тебе будет. И от Мегера своей вырвешься. Да жалко, что Мишку редко буду видеть. Он так быстро растет. Каждый день то слово новое выучит, то еще чему-то научится. Пришел тут, говорит, спрашивает. Пап, а паскуда это тарелка? Паскуда? Паскуда. Посуда. Посуда. Саня, не хочу, чтобы он без отца рос, но сам так рос. А из Наташки мать как из меня балерина. Что тогда с ней живешь-то? Так из-за Мишки. Сейчас, получается, уехал, бросил его. Хорошо, что Наська там. Что, вкусное? Маш! Надь! Слава богу! Что случилось? Да, дома опять скандал. Отец кричит, что мы с матерью у него на шее сидим. Мать вообще тоже психанула. Дискотеку мне запретила, представляешь? Слушай, спрячь платье, ладно? Я им скажу, что к тебе пошла, а на самом деле на дискотеку. Правильно, правильно. Надо на дискотеку-то ходить. Надьку тащи. Надо успевать. И работать. И женихов искать. Так дискотека же в субботу, а в субботу Сергей приезжает. А тебе что? Он к Наташке приезжает, ее муж. Аль, ты что, заказалась тебе из города привезти? Да нет, ну, просто давно не виделись. Ничего, обойдется. Вон с Машкой иди. Дай им вдвоем побыть. А, ну ладно. Ну все, пока. До субботы. До субботы. Все, шабашим. Обед. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Лиля. Ой. А мы вот как раз стену закончили. Отлично. А что, с обоими хватило? Ну, я же вам обещал, что еще останутся. Вот. Сергей, может, вам обои нужны? Забирайте. Спасибо, я не против, да? Лиля, а вы... А можно я сегодня пораньше закончу? Мне домой надо. Ну, на автобус успеть, чтобы Миша не заснул. А плинтус? А плинтусами я займусь. Плинтус не обои, там одному сподручно. Ну, раз так, то прямо сейчас и поезжайте, да? Спасибо большое. Серега. Обои. Спасибо. Давай, брат. До свидания, до понедельника. До свидания. Да. А Миша это кто? Сын? Да. И жена есть? И жена, и теща. Обидно. Такой молодой и уже полный комплект. И где нам, бедным девушкам, женихов брать, раз вы так рано женитесь? Ну, скажем, не все. Могу паспорт показать, чистый. Не, Саш, вы не мой тип. Я люблю тихих, задумчивых. Понял. Буду тренироваться думать. В порядке живой очереди. Не спеши ты домой, но время-то еще детское. Что, со мной рядом спокойно идти не можешь? Такая я сексуальная? Да, такая. Соглашайся, Ната. Ну, хоть кабинец. У Петьки компания собирается. Выпивки полно. Пойдем. Ну, если только ненадолго. Алло. Ты что творишь? С ума сошла? Серега дома. Иди быстрее домой, пока он не заметил, чем ты занята. Мам, да я к Зинке ненадолго. Да я вижу. Тебя с твоей Зинкой. Если ты сейчас не придешь, то деньги у Сереги я заберу сама. Ну, я пойду. Мать твоя мне даже не теща. А вечер сгадила. Дверь прикрой. увидел, то ты останешься одна с ребенком. Не останусь. Он меня никогда не бросит, характера не хватит. Тряпка. Характера, может быть, и нет, но самолюбие имеется. Если ты на весь поселок ему рога будешь лепить, то без мужа ведь останешься, дура. Да брось ты, мама, он же детдомовский, ему идти некуда. Да мужик себе всегда жилье найдет, баб много одиноких. Да кому он нужен с его-то заработками? Сейчас бабы тоже не дуры, да и не заработал он себе на самолюбие. Будет здесь, пока я его сама не выгоню. Я тебя выгоню, сама вылетишь. На что мы жить-то будем, а? Так я его пока и не выгоняю. Вот если бы Вадим мне всерьез жить предложил. Ой, дура ты, дура. 100 лет ты ему не нужна. Такие мужики, как Вадим, никогда не женятся. А что это ты у Надьки тут в комнате делаешь? Ну что, не видишь? Обои клеил. С чего вдруг? А Мишка любит здесь играть, Надя все обои испортил. Ну еще раз испортит, на то он и ребенок. А ты только деньги на всякую ерунду переводишь. А я их не покупал, они мне даром достались. Ни копейки не потратил. Вон деньги лежат. Это все? Я только устроился, аванс с трудом получил. Да мне все равно, как ты там устроился. Если ты мужик, ты должен деньги приносить, на которые жить можно. Не умеешь зарабатывать, нефиг было жениться! Папа! Разбудила. Так, все, теперь я. Нет, ребят, я натанцевалась. Пока твои охранники отвлеклись, пойдем потанцуем. Не вздумай, Надь. У него обе ноги левые. Так, иди пригласи уборщицу, тетю Олю. Так, мальчики, мальчики, чего стоим? Пошли. Девочки, танцуют, девочки поют. До свидания. Фух, слушай. Я с Валеркой Славкой договорилась за пожарку пойти пить вино. Ты что, с ума сошла? Отец учует, голову тебя оторвет. Ой, да не учует он ничего, он сам пьяный. Слушай, ну если так волнуешься, можно чаем заживать. Не, Маш, я точно не пойду. Как не пойдешь? Значит, вот какая ты мне подруга, да? Тебя вон они на расхват приглашают, а тебе этого не надо, у тебя в институте другие будут. А как же я? Он отец-алкаш. В поликлинике старухам там уколы делают до потери пульса, да? Валерка на меня не смотрит. Ну, пожалуйста, это мой шанс. Ну, пожалуйста, они без тебя не пойдут. Какой шанс? За пожарка вино пить? Какой такой? Да, такой. Вот такой шанс. Ну, смотри, ты возьмешь Славку. Я, соответственно, с Валеркой. И мы выпьем все. Слово за слово. Ну, неужели он меня не захочет поцеловать, когда подаст? Я там уже не растеряюсь. Короче, если ты не со мной, мы с тобой не подруги. Ясно? Маш, ну я правда не могу. Так, приступаем к водным процедурам. К винным. Ребят, ну пустите. К винным, но вполне не винным. Пойдем. Заканчивать пора, 12 уже. А лично мы уже уходим. До свидания, Полина Марковна. Надька, а ты что здесь? Там Сереж приехал. Я видала, с остановки шел. Еще засветло. Ребят, мне домой надо. Надь, ну не ломай. Надь, ну один раз тебя прошу, ну. Хорошо. Только сначала в туалет схожу. Ага. Давай. Ну, мы тебя ждем. Ага. Все, я спать пойду, а ты потом тарелку помоешь. Ага. Ты ему котлеты жарила, ты посуду за ним мой. Успокойся, я сам помою. Сам. Сам приехал, сам обои Надьке в комнате наклеил, сам ребеночка уложил, сам поел, сам посуду за собой помыл. А жены как будто бы у тебя и нету. Ну, разве есть? Жена с чужими мужиками посреди улицы. У всех на глазах не целуется. Сереж! Да это даже слышать смешно. Ты что говоришь такое? Слушать смешно, а смотреть не очень. А что? Что? Я женщина молодая, знаешь, если муж не обнимает, не целует, найдутся и другие желающие. Найдутся и хорошо. Одна не останешься. Только я в командные игры не играю. Уступаем место. А ты что, запугать меня решил? Так знаешь, я не из пугливеньких. Дурища. Сережа, 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 ну куда ты на ночь глядя? Иди лучше в постель. Ну, там и помиритесь. Сереж, ну. За Мишкой приглядывать, хорошо? Ой, Сережа, ты куда? Что-то случилось? Случилось давно, когда на Наталье женился. Я не могу больше. Терпел, терпел, да терпение кончилось. А как же мы с Потапычем? Потапыча не брошу, буду приезжать. А пока говори, что я уехал на заработки. Подожди, ну ты же только сегодня приехал. Может быть, хотя бы до завтра потерпишь? Да объясни, что случилось. Долго объяснять. Я опоздаю на последний автобус. Извини, Надя. Сколько раз я тебе говорила, уймись. Если гуляешь на стороне, то потихоньку, чтоб никто не видел. Это тебе не с матерью скандалить, которая все стерпит. Да это он так сбрыкнул. Сейчас хвост подожмет, да вернется обратно. Ты ж его знаешь, он тихий, никуда не денется. А если не вернется, найдет себе какую. Вздумала тоже мужика на заработки отправлять. Как-то обходились, жили, голодные не сидели. А я не хочу как-то обходиться. И радоваться, что не голодная, тоже не хочу. Загорюешь, когда жрать нечего будет. Когда он последний раз приезжал и не звонил ни разу. Точно нашел себе другую. Ну, хватит страху нагонять. Во, деньги на карту перевел. А ты говоришь, другая, другая. Деньги шлет, значит, не бросил. Это деньги положил Мишкин отец. А мужа все равно нет. А меня такой вариант очень устраивает. Его нет, а деньги присылает. Я ж замуж без любви выходила. И лишний раз его постную рожу видеть вот совсем никакого желания нет. Знаю я, какую тебе рожу видеть в удовольствие. А знаешь, так порадуйся за дочь. Угу. Вот попомни, локти кусать будешь. А? И локти, и коленки. Здравствуйте. Здравствуйте. А где все? Мелочи остались, поэтому меня прислали. Мы все закончили. Ну вот. А я хотела всех угостить. Ну что, зачем? Затем хороший ремонт сделали. Придется вам одному все съесть и выпить. Ну, поесть я не против. Сейчас быстренько накроем. А вы вино открываете? Или вы водку? Не, что вы, я не пьющий, но для вас могу что-нибудь открыть. Что вы будете? А раз так, и я не буду. Ну вот. Из-за меня, получается, обмыть ремонт не выйдет. Обмоем водой. Чище будет. За вас, за приятное знакомство. Вы не смущайтесь, я правда рада нашему знакомству. У меня муж делать ничего не умел, зато обмывать у него отлично получалось. 3 года с ним промучилась, развелась, вздохнула свободно. Больше в сторону пьющих не смотрю, все не пьющих выглядываю. А вы где работаете? В салоне красоты на Советской. Дамский мастер. Ну и мужчин стричь тоже могу. Вам, кстати, пора постричься. Хотите, прямо сейчас постригу? Совершенно бесплатно. Простите, вас не смущает, что я женат? Не, я насчет вас поинтересовалась, так как вы женаты. Не считается. Сашка вам верно все доложил насчет моей жены. Да. Вы знаете, вот, ну бывает ссора. Да. Один грубое слово скажет, Второй в ответ грубое. Первый грубее, второй еще сильнее загнул. Ну и в общем оба хороши, да. А если честно, я ушел. Но уйти из семьи, это же не просто переехать. Угу. Я непонятно говорю, да? Очень даже понятно. Извините. До свидания. И спасибо вам. Позвольте проводить. Так мы пришли уже. А верхом веселее, чем пешком. Насадку скажи и го-го. И го-го. Оп. Эк. Знаем. Эти дрова. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Надя, а пойдем сегодня в кино? Нет, прости, Слав, я не могу. Мне с Мишкой нужно погулять, и Полине Марковне укол сделать. Ну, спасибо за предложение. Тут опять ищу. Пойдем. Ну нет. Пойдем. Ну, Слава. Ну сколько? Ну, хорошее кино. Ну, вот, Слава, я не хочу. Здравствуйте, Александра Григорьевна. Здравствуй, Сережа. До вечера. До вечера. Александра Григорьевна, я рад вас видеть. Все, хотел зайти повидаться. Ну вот и повидались. Как вы там, как наш детдом? Нормально. Марья Ивановна вышел на пенсию, так что я теперь директор. Заходи в гости, милости прошу. Рад вас видеть, Александра Григорьевна. Хороший выбор. Я Лилю давно знаю. Постоянно в этот салон хожу. Она мастер отличный. Человек приятный. Да и женщина красивая. Мне самому она нравится. Да. Если бы мне нравилось, не целовался бы с ней посреди улицы. Сложно все. Ты что? Математику забыл. Как задачи решаются? Методом упрощения. Да. И легко, когда ты один. Я себя упросить не проблема, а вот как другие. Да не ходи ты вокруг да около. Если коротко и просто, я женат. Так, тогда при чем здесь Лиля? Да не здесь, а в Зарубино. Что? Новая форма брака такая? Семья местного значения, что ли? Не смейтесь. В каком-то смысле действительно местного значения. Ничего там не получилось у меня. Совсем чужой человек. Кроме как злобы и скандалов, я не вижу в этом доме ничего. И ты ушел? И уехал сюда? Да, ушел, уехал. Ну? Да что я из тебя каждое слово клещами-то еще не хочешь, не рассказывай. Вы не думаете, Александра Григорьевна, я бы давно оформил развод и женился на Лиле. Я сам вижу, она хорошая, красивая, работящая, не жадная, все при ней. Почему я с ней не встретился сразу? А теперь… Ребенок? Сын. Мишка. Мать ему выбрал. Да никакая она ему не мать. Уйду, сирота будет. Сам через это прошел, никому не пожелаю. В скандалах и в ненависти жить пожелаешь. Да я уверена, что ты сына не разлюбишь и не бросишь. Да и Лили на злостную мачеху не похожа, но будешь его к себе брать. А если ты несчастным будешь, ему ведь тоже счастья не прибавится. Я сам так рассуждаю. Нет, ну… Сын-то она тебе сейчас, конечно, не отдаст. Но он же вырастет, учиться к тебе приедет. А тебе семья нужна. Может, даже больше, чем другим. А ты чего тут делаешь? Полине Марковне укол сделал, как истинный медбрат. Теперь мы точно в кино успеваем. Пойдем? А то мне билеты в карман жгут. Слушай, Славка, ты же хочешь хорошим человеком быть, чтобы мне понравиться? Почему быть? Я и есть хороший человек. Значит, должен тебе нравиться. Значит так, хороший мой человек. Ты берешь этот билет и относишь его Машке. Говоришь, что от Валерки. Так. А я беру вот этот билет и отношу его Валерке. Скажу, чтобы он бежал и садился на свое место. Его ждет сюрприз. Надеюсь, он меня послушает. Тебя? Да он босиком побежит. Почему босиком? Чтобы время на шнурок кроссовок не тратить. Тогда погнали. Подожди, там билетов больше нет. Мы с тобой в кино не попадем. Ну и что, я не фанат. Да фиг с ним с кино. Мне за этот подвиг милосердия и гуманизма что-нибудь будет? Хорошие дела сами по себе награда. Сами тебе награда. А меня ты плюс к этому... поцелуешь? Ну хорошо, если у Валерки с Машкой что-то получится, обязательно поцелую. Обещала! Смело живете! Дверь нараспашку. А что у нас брать? Сапоги мои убитые. Че такая измыленная? От кого бежала? Да не от кого, а за хлебом. Сегодня Петька сказал, пораньше вернется, потому что свекровь придет. День рождения у нее. День рождения у нее, а стол я накрывай. Хлеб забыла. Так что я к вам на минуточку. Значит, ездила вчера в Макаровск свекрови подарок покупать. Здесь возьмешь? Она же сразу выяснит что-то почем. А потом Петьку замучит. Скажет, раз в год родной сын на мать не раскошелился. А там я кофту купила. Ценник оборвала. Вот, а теперь пускай она думает, что она 5000 стоит. Тимофеевна не такая дура, чтобы поверить, что вы ей кофту за 5000 купили. Ой, ой, да мне это все равно. Лишь бы она мне Петьку не грызла. А что за кофта? Она у тебя с собой? Да при чем тут кофта? Я же не ради кофты, я за хлебом. Серегу вчера вашего в городе видела. Ну, так он там на заработках, это все знают? Все? Да не все. Если бы я его с Сашкой видела, я бы ничего и не сказала. А он с какой-то фифой под ручку шел. Шикарная такая, хоть и крашеная, одета очень хорошо и вообще такая. Все при ней идет, а сама к вашему Сереге вот прям так и жмется, так и жмется. А он что? А он тоже красавец. Зина, по делу. А по делу? Любовь у них. Оторваться друг от дружки не могут. Врешь. Ага. У меня скоро свекровь придет, а так забежала наврать. Я, Наташ, сразу хотела, да только вчера вечером поздно вернулась, у вас уже свет не горел. Ну, разве можно такое по телефону? Ой, мамочки, все, я побежала. Ну чего? Мать жизни не знает, да? Мама, хватит! Да, мама, хватит! А тебе какой еще жареный петух нужен, а? Что теперь делать? Так, дуй быстро в Макаровск. Наводи там порядок. Это я умею. Ага. Хоть раз в жизни прояви свое умение. Наташ, ты к Сергею собралась? Подслушивала? Своих дел нету, так чужие покоя не дают. Да вас даже не захочешь, услышишь. Ты на него с лету не ори. Ты меня еще учить будешь? Вот заведешь себе мужа. Тогда и будешь решать, кричать на него или нет. Да пойми, он от криков сбежал, и криками его не вернешь. Ты попробуй ласково, по-человечески. Вот, возьми, подаришь ему. Это что? Фэнтези, он любит, обрадуется. Он жене должен радоваться, а не книжкам дурацким. Малохольные его оба. Сумасшедшие. Я не понимаю, как могут два взрослых человека… Наташ, ты потерять его хочешь? Пойми, он должен захотеть вернуться. Значит, рыбу на мормышку, а Серегу на книжку? Ладно, давай, будет ему вместо гостинцев. Привет, Наташ. Где мой? Нет его. Как это нет? А где он? Прогуляться пошел. Прогуляться. Вечером. Перед сном. Хорошее дело. Ну, так я его здесь подожду. А где его кровать? Так он на раскладушке спал, спит. А где раскладушка? Собрал для порядку. Ах, врать ты, Сашка, не умеешь. Но я женщина доверчивая. Я вот сейчас здесь вот так сяду и буду ждать, когда мой муж с прогулки вернется. Хоть до утра буду ждать, хоть неделю тут пролежу. А ты как хочешь, можешь себе раскладушку достать. Наташа, ну ты же понимаешь, он мой друг. Друг? Значит, должен заботиться об его счастье. У него жена, дом, сын. Он, между прочим, деньги зарабатывать поехал, а не с бабами крутить. Ты мне его адрес давай, я твою жилплощадь освобожу. Че ты сразу адрес? Ну, позвони ты ему сама на мобильный, он тебе все скажет. Позвони. Сама на мобильный, это значит предупреди. А я хочу застать его врасплох, с поличным, и ты не смей ему звонить. Да разбирайтесь вы сами. У клиентки у нашей живет. Краснопрудная, 12, квартира 6. Вот. Так бы сразу и сказал. Серега, засада. Хорошо живешь. Не бедно. Здравствуй, Наташа. Ну, как я здравствуй тебя не очень интересует. Наташа, ты зачем приехала? А вот меня интересует, как ты тут здравствуешь. Вижу, неплохо. Теперь понятно, почему тебя в нашу нищету не тянет. Меня к тебе не тянет. К твоим скандалам и крикам. Это хуже всякой нищеты. А я не скандалю и не кричу. Я спокойно говорю. Собирайся домой, поехали. Нет у меня дома. Детдомовские. На жалость давишь. А ты кого-нибудь жалеть умеешь? Тебя на улице подобрали, в дом взяли. Я тебе сына, между прочим, родила. И после этого ты говоришь, что я никого не жалею? Не хочешь жить со мной? Подумай о ребенке. О сыне я постоянно думаю. Деньги вам перевожу. А с тобой больше жить не могу. Я подаю на развод. Развод? Ты с ума сошел? Не хочешь жить в Зарубино? Не живи. Будем жить врозь. Развод-то тут при чем? Извини, я не могу без развода. Я полюбил другую женщину и собираюсь на ней жениться. То есть ты не вернешься ко мне? Даже если я… Никаких «если». Наташа, у нас все кончено. Если я сказал «все», значит «все». Понятно. Понятно. На хоромы богатые в городе позарился. На эту фифу расфуфыренную без детей. Хорошо. Хорошо жить на всем готовеньком, конечно. Все вы детдомовские такие глаза заведущие. А я-то дура. Подарок тебе приготовила. На! Подавись своей книжкой! Квартира трехкомнатная, мебель новая, кухня импортная. И откуда это такое у этой одинокой бабы, а? Да говорят, у них чаевых к вечеру полные карманы. Я тебе говорила. Да что ты мне со своим говорила? Ты мне его сама подсунула. И что теперь, я брошенка? Позор на весь поселок. Да плевать, что говорят, главное, на что мы жить будем, где деньги возьмем. Если развод будет, надо как-то по-хитрому нам алименты оформить. Ах, главное, что они за эти ремонты черную получают. Ох, попали мы, а? Мам, Наташ, ну перестаньте. Ну Сергей же любит Мишку, он деньги будет высылать. Конечно, будет. Но только сына ему больше не видать, как своих ушей. Пусть знает, как жену с ребенком бросать. Зачем так вкусно пахнет? Мясо по-детдомовски. Прошу. Это что за рецепт? Рецепт очень простой. Главное, что было мясо. Вот. Режешь и кладешь в кастрюлю, а потом все кидаешь, то, что есть в доме. Все. Абсолютно все. Ну как? Я могу есть это каждый день. Не торопись, у меня еще есть другие рецепты, чтобы не надоесть. Скажи, а мы с тобой собираемся всегда жить вместе? Да, собираемся и в горе, и в радости, и в здравии. Тогда у меня к тебе серьезное предложение. Давай собственное дело открывать. Ну, я ничего в этом не понимаю. А что за бизнес? Салон. Откроем собственный салон красоты. У меня полно клиентов, которые перейдут туда со мной. А вот я сколько с этого имею, а сколько салон забирает. А так все деньги будут наши. Ну, минус накладные расходы там. Я посчитала, даже за вычетом расходов получается гораздо больше. А кроме накладных расходов там еще что-то образуется, правильно? Ну и что, вместе справимся? Ну, хорошо. Я подумаю. Я уже и название салона придумала. А какой? Лилия. Эй, ты чего? Я свой грузовик забыл. А, так мы маму сейчас попросим, она вынесет. Наташ! Что? Вынеси его грузовик, пожалуйста. Сейчас. Эй. Папа обещал прицеп. Ну, раз обещал, значит, купит. Когда он приедет? Скоро, ну, он работает. Вот этот, что ли? Да, этот папин! Да, Зин, сейчас я тебе перезвоню, Надьку с Мишкой в садик отправлю. Что? Спасибо, что предупредила. Ну, мы пойдем? Не-не-не, я Мишку сама в садик отведу. А что, случилось? Боюсь, что Серега вас подстережет и Мишку украдет. Ты с ума сошла, его же здесь нет. Заявился. Зинка сказала, вчера с Сашкой вместе ночью приехали. Сашка здесь работу нашел, видимо, остается навсегда. А он что приперся? Самолично пожаловала. Случилось что? Случилось. Мишку могут украсть. Заявился мой. Так что я на тебя как на родную подругу рассчитываю. Зинка предупредила, а ты карауль. Ты чего при Мишке-то? С ума не сходи, с чего ты взяла, что Серега Мишку украдет? А я вообще не хочу, чтобы он с ним встречался. Бросил и бросил. Нечего. Папа приехал! Потапыч! Вот, я же тебе говорила, Мишку забери! А ну, дядь! Да ты что творишь-то? Ты же его до смерти напугал! Все, сына родного не могу обнять, привез он эскаватор на батарейках и прицеп просил! Засунь себе этот экскаватор сам знаешь куда! И проверь, чтобы батарейки были свежие и хорошо работали! Если ты еще раз к моему сыну приблизишься, я не пожалею и на свои деньги тебе эти батарейки куплю, ясно? Я не ожидал, что такое счастье будет на свете. Я еще и дела делать умею. Дела? Угу. Ты собираешься дела делать в 12 часов ночи? Ну, поговорить-то мы можем. Поговорить? Поговорить можем, да. Пока ты в свое Зарубино ездил, я нашла помещение для нашего салона. Угу. В центре. И аренда не такая фантастическая, как могла бы быть. Завтра пойдем, покажу тебе. Честно говоря, я не об этом думаю. А о чем? Где найти хорошего адвоката? Адвокат? А зачем тебе адвокат? Для развода. Развести тебя и так разведут, есть же закон. Разведут. Только Наташа не даст мне встречи с Мишей. Поэтому мне нужен хороший адвокат. Хороший адвокат? Стоит очень дорого, а деньги нам сейчас для дела нужны. Ты не понимаешь, мне нужно такое судебное решение, где строго оговариваются наши встречи с Мишей. Иначе я его не увижу. Не драматизируй. Это она сейчас злобится, мстит за то, что ты ушел. Со временем остынет, личную жизнь заведет, радоваться будет, если ты сына начнешь забирать. Ты не знаешь, ее она злопамятная. Ну ты же сам на такой женился, сам ушел. Плюнь и забудь. Да как я могу забыть? У меня сын. Здесь у тебя я, наш бизнес, наше будущее. Что важнее? Я не хочу сравнивать. Сережа, ну, пожалуйста, прости. Я столько лет мечтала об этом салоне, что я ни о чем другом думать не могу. Конечно, ты кругом прав, и ребенок важнее. Это не твой ребенок, а мой. Я люблю тебя, значит, буду любить и его. И я знаю, кого спросить насчет хорошего адвоката. Мы победим твою злыдню, поверь мне. Я открою новый салон. Первый, кого мы пострижем, будет твой сын. Ну, чего мерить? Есть давление живое, нет давления труп. Мама, ну хватит, ну третий раз уже перемериваем. Помолчи минутку, а? Ну, чего там? Ну, как я и думала, 180 на 110. Лежать тебе надо. Да, мне не лежать, а от суд бежать надо. Дочку защищать. Мама, хватит. До инсульта 2 шага осталось. Ну, давай, давай свои таблетки. А ты быстро беги в суд. Там уже скоро все закончится. От меня толку будет больше, если я с тобой буду сидеть. Я тебе сколько раз говорила? По 0,5 таблетки в день. Еще не изобрели такие таблетки от развода. Я скоро помру от вашей семейной жизни. Вон, смотри на свою сестру и учись. За кого не надо замуж выходить. Мам, я пока замуж не собираюсь. А когда собираешься? Когда на пенсию пойдешь, чтобы разом все отметить, да? Вон, Наташка твоя отсидела, что кроме детдомовца никого не оказалось. За своих надо выходить, за местных, чтобы семью знать, чтобы стыдно было, когда бросаешь с ребенком. Ну, с местными у нас не богато. А Славка и Валерка чем не женихи? Женихи, да не мои. Пробросаешься, и тех разберут. Все, отстрелялась. Больше я не мужняя жена. Это надо отметить. Так, маме нельзя. Как на свадьбе гулять, так всем можно. Целая толпа народу собирается. А почему развод нельзя отмечать? Поздравления и подарки еще важнее будут. Для поднятия настроения. Мама, ну хватит, а? Наташ, ну ты хотя бы ей скажи, ну инсульта нам еще не хватало. Ладно, мама, ложись. Мы с Надькой отметим. Ты мне сестра или кто? Как на поминках не чокаясь. Давай, говори, что там было? А, что было? Именем Российской Федерации. Не хочешь жить с женой, иди гуляй, не живи. У нас же с этим все просто. Не, ну и главное, гадство-то какое. Я же им все рассказала, что при живой жене к другой бабе ушел, что ребенка бросил. Зинка, как свидетельница, все подтвердила. И все равно присудили, чтобы я отпускала Мишку видеться с отцом. А это, у него-то свидетели были? Как он доказал своего права на ребенка? Он же адвоката с собой привез в костюме, в галстуке. Он так меня грязью поливал. Не, главное, на адвоката деньги есть, а Мишке лишнюю десятку прислать не может. Наташ, перестань, он нам нормально дает, ну все на это живем. О, еще одна адвокатша. То есть он хорошая, а я плохая? Да, я плохая. И мне плевать на их решение. Не увидит он больше сына. Слушайте, давайте мы Мишку из детсада заберем. Я буду дома сидеть и караулить, а? А если он домой явится? Он может. А давайте собаку заведем, а? У Макарыча возьмем. Она злобная. В раз ему портки порвет вместе с его гулялками. Да вы с ума сошли! Мишка любит Сережу! Видеться перестанет, забудет и разлюбит. Я-то думала, раз он меня после кино проводил, и мы с ним почти что поцеловались, то все. Ну, должно же быть продолжение, правильно? А он вообще как будто ничего не было. Ну, то есть совсем. Зачем он меня тогда в кино позвал? Может, он кого-то другого хотел, да? А та его отфутболила. Вот он обо мне и вспомнил. Слушай, ну тебе же Славка билет передал. Ну да, Славка. Ну так Славка мне и говорил, что Валера хотел тебя позвать. Он-то знает. Да и вообще, сколько можно об этом говорить? Не получается с Валеркой, забудь ты его. Ага, тебе просто говорить забудь. Если ты знаешь как, методичку напиши, и ее миллионным тиражом издадут, забогатеешь. Как легко и просто избавиться от привязанности. Успех 100%. Тогда я и Валерку забуду, и с тобой вон уеду. Ну, простой способ разбогатеть и уехать. Ну, очень простой способ. Так, девчонки, колитесь. Где были, что делали? А тебе-то что? Мне-то ничего, а вот Истомину старшая сестра срочно требует. Зачем? Так, вернемся к началу нашего разговора. Я про то и спрашиваю. Ты что натворила? Ребята, а может, это меня вызывают? На меня Сорокина из третьей палаты обещала пожаловаться. Я ей просто кровь из вены с третьего раза взяла. Ну, она у нее тонюсенькая, не попадешь. Я к пациенту в палату зашел, она у меня за рукав цоп. Найди мне Истомину срочно. Ну, я тогда пошла. Стой, я с тобой, как свидетель. Свидетель чего? Что ничего не было. Ничего она не делала. Все, пойдем. Ну, это ценное свидетельство. Войдите. Я Истомину вызывала. Огородникова, иди отсюда, я с тобой потом разберусь. Давай, дуй. Надь, ну что с тобой происходит, а? Ну расскажи. Я никому не скажу. Может, я тебе помогу чем? Надь, у тебя в училище курс психологии был? Был. Ну вот. Значит, ты должна знать, что держать все в себе – прямой путь к заболеванию. Ну, расскажи. Я ведь и так все знаю. Да как вы можете знать? Ничего же не было. Надь, я должна знать, что с тобой происходит. Ты прям сама не своя. 2 градусника за неделю разбила. Стойку с капельницы перевернула. А вчера вообще забыла, куда идти. У Огородниковой спрашиваешь, кому мне это нести? Простите, этого больше не повторится. Надь, ты что, влюбилась-то? Да ничего я не влюбилась. Да ладно, что ты? Дело молодое. Ну. Парень-то хороший. Да какая любовь? Я же в медицинский поступаю, занимаюсь, по ночам сижу. Спать надо больше. Все будет хорошо, я обещаю. Уж будь добра. Я не знаю, что там у тебя, институт или любовь, но проблемы свои оставляй за порогом больницы. Угу. И поскакал волк через лес. На одной ноге скачет, канаву перепрыгивает. На 2 ногах скачет, кусты перепрыгивает. Тебя кто сюда звал? Ты здесь теперь никто. Сам ключи отдал. На 3 ногах скачет, деревья перепрыгивает. А на 4 ноги встанет, так и до облака долетит. Если бы ты Мишку любил, то не ушел бы из дома, как кот мартовский. У меня есть решение суда. Вы обязаны меня пропустить. Я имею право общаться с сыном. Я тебе ничем не обязана. Мама, прекрати, ну впусти Сережу, там же Миша плачет. Кому Сережа? А кому отрезанный ломоть? Наташка, дверь запирает, он меня сейчас снесет да вынесет. Приперся, козел. Татьяна Петровна, вы не должны разлучать отца с сыном. Я знаю, что Мишка скучает. Конечно, скучает. Он у меня постоянно спрашивает, когда папа вернется. Я сказала, не пущу, значит, не пущу. Иди отсюда. Да вы что, с ума сошли? Пропустите меня. Мам, перестань, ну у тебя ж давление поднимется. Умру, но не пущу. А если драться будешь, я тебя засажу. Хорошо, Татьяна Петровна. Ваша взяла. Надь, спасибо тебе за поддержку. И передай Потапычу, что я его люблю. И никогда его не брошу. Хочу к папе. Где папа? Нет у тебя никакого папы. Забудь о нем. Понял меня? Есть. Он там, ко мне в лесу. Если мать сказала, что нету папы, значит, его нету у тебя. Понял? Ты что понял? Да ты что творишь? Ну, перестань мучить ребенка, он-то ни в чем не виноват. Если будешь орать и драться, я сама пойду в суд и скажу, чтобы его Сергею отдали, ясно? Доча, ты что такое говоришь? Он чужой мужик, а тут родная сестра. Мишки он не чужой, он ему самый что ни на есть родной, ясно? А вы только орете да скандалите. Да, а с папой он книжки будет читать и вырастет непонятно кем. Да как ты не понимаешь, что ж Сергей любит Мишу, Миша его любит, он же скучает. Да по кому там скучать? Он хоть и маленький, но понимает, кто его одевает и воспитывает. А кто ушел и бросил его, и с бабами другими шатается. Мне даже не верится. Неужели завтра открытие нашего салона? Знаешь, сколько раз ты меня спрашивала об этом? Сколько? Раз 8 или 9. А Катька сказала, что в платье нехорошо. Я должна быть как бизнес-вумен в костюме. Ты что думаешь? Я думаю, ты будешь хороша и в платье, и в костюме. А разрешительные документы мы в сейф заперли? Ты запирал, я сам был рядом. А вы визитку включили? Привет. Мы специально остановились на площади, чтобы полюбоваться. Точно, вспомнила. Ленточку, чтобы завтра перерезать. Подготовили. Шампанское забыли. В кафе все будет. И шампанское, и выпивка, и закуски. Ну это вечером. А завтра с утра, когда ленточку перерезать. Вот корабль, когда на воду спускают, разбивают бутылку шампанского. А я хочу, чтобы ты завтра о перила бутылку разбил. Здорово я придумала. Здорово, но без меня. Почему? Я завтра не смогу. С утра еду к Мишке. Нет, ну только не завтра. Еще воздушные шарики нужно с утра привязать. Цветы привезут свежие, гостей назвали. Я одна без тебя не справлюсь. Поедешь в свою Зарубино послезавтра. Мы с тобой все подготовили. Завтра будут мастера, уборщица, администратор. Они помогут, ты справишься. Сереж, ты что, не понимаешь? Ты мне нужен. Ты что, нарочно, что ли, именно завтра решил ехать? Лиль, ну ты чего? Я столько времени... ловил этого судебного исполнителя, он мне назначил время. Если не приеду, то начинай все сначала. А Мишка уже 100 лет не видел. Ты куда? В магазин за шампанским. Так, успокойся. Иди отдыхай, я сам куплю. Нет, это ты иди отдыхай. У меня завтра что? Открытие какого-то дурацкого салона. Тебе же в Зарубино ехать с бывшей женой и собачицей. Набирайся сил перед боем. В доме всего 3 женщины. Одна пожилая, бывшая теща моя, другая молоденькая, сестра моей жены. Она за меня. Ну и бывшая моя жена, она крикливая. Ну, на вашей стране же закон. Сами-то вы, несмотря на решение суда, не справились. У меня негативный опыт. Чего только люди не делают. Они даже капканы ставят. Ну, тоже скажете, капканы, да. Вот. А вы не верили в капканы? Сами разбирайтесь. Господи, до свидания! До свидания. Помогите! Я могу выбраться. Ой. Ну, Вать, ну перестань при ребенке. Легко сказать, перестань. Помогите! Шум как водку пить перестать. Нереально. Вот давайте и выпьем. Ну что, девчонки, за вас. Ничего вас не берет. Ни время, ни пьянка. Дин, у тебя там в спаленке никого нет? А? Никого. Он как муж уехал, но вот прямо никогошеньки. Ну, так мы с Наташкой там уединимся. Да уж, хоть кому-то. А ты чё, кровать пустую проставила? Ты чего? Наташ, ты чего? Обалдел, что ли? Ну ты не видишь, что я сегодня с ребенком? А чё ты его притащила? Караулю. Серега повадился приезжать. Исполнителей из суда на нас натравливает. Сам постоянно вдоль забора туда-сюда ходит. Но ничего, я-то собаку завела. Пусть только сунется. И с Мишки глаз не свожу, ни на минуту его не оставляю. Ну что, давай тогда еще по одной, и пойду я. Угу. Вать, а ты нас с Мишкой сегодня до дома проводи. Там Серега наверняка где-нибудь околачивается. Пусть увидит, что у его сына новый папа есть. Не читай ему. Ладно, провожу сегодня. 2 раза. Первый, он же последний. Вот тебе, Вать, что, жалко, что ли? Я мужчина свободный. Дети мне не нравятся, да и не хочу я их. Так что, если ты своему спиногрызу отца ищешь, Ну, так это не ко мне. В поселке баб свободных полно. Без детей и без проблем. Надь! Сереж? Привет. Ты мне можешь помочь? Конечно. Выведи Потапыча из дома, найди предлог, Сашке приведи. Его просто нет сейчас дома. Его Наталья увела. Они, наверное, к Зинке пошли. Но если они не слишком поздно вернутся, я попробую. Ладно, я тогда у Сашки подожду. Угу. Ой, ты куда? А я за хлебом в магазин. В гостях она была. Ребенка не кормила. Вот интересно, Зинка кормит своего? Одни гулянки на уме. Бородинского не было, поэтому я взяла ржаной. Наташа, что случилось? Кончились мои гулянки. Меня Вадим бросил. Ой, Господи. Тоже мне сокровище, не реви, другого встретишь. Не встречу. Правильно Вадим говорит, кому я нужна с этим ребенком. А все, Серега виноват, вот не хотела же, я рожать не хотела, это он настоял. Наташ, знаешь, я тебе скажу… Мам, что... а давайте я Мишку уведу, не надо при нем. Куда уведешь? Погулять. Гулял уже? Мы к Огородниковым пойдем. К Огородниковым это 3 улицы. Вдруг Серега еще не уехал и стережет, когда я расслаблюсь. Дома пусть сидит. Тогда прекрати при нем такие вещи говорить. Ясно? Я сама пойду к Маше. О, Надюк, здорово. А пацан где? Наталья не отдала. Серега расстроится. Ладно, иди, он тебя дома ждет. А ты куда? На работу. В ночную сегодня. Не получилось. Может, завтра получится. Да уже другие мужики на плечах таскают. Забудет он меня, забудет. Я попробую, только… Только что? Она его от себя не отпускает. Да тебе только хуже хочет сделать, ты даже не представляешь. Я представляю. Сашке заначка была. Ты же не пьешь. А ты ведь тоже не пьешь? Люди говорят, помогают. Может, и нам попробовать? Давай. Особенно сына. Все представлял, что буду учить его на велосипеде, на коньках, вместе на рыбалку. И вдруг он ростом с меня, мы там разговоры всякие. Все, чего мне не хватало, чтобы у него было. А в итоге я произвел на свет еще одну сироту, ты понимаешь? Подожди, ты в чем ушла? Я проснулся, тебя нет. Ты что, видела, что ли? Нет, что ты. Надя, почему ты тогда ушла? Я не понимаю. Хотя понимаю, я не должен был, я виноват перед тобой, да? Да что ты, Сереж, ты ни в чем не виноват. Ты не должна меня успокаивать, я взрослый человек, я должен был подумать. Прости меня, если сможешь. Я тебе не за что просить прощения, я сама этого хотела, и я очень счастлива, я мечтала об этом. До свидания, Сережа. Подожди. Посмотри на меня. Это правда? Правда. Все хорошо, и никто не узнает. Ну, может, я тебя провожу хотя бы? Нет, нет. Ты сама. Тебе лучше сейчас уехать.